В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Флайкер. Парень очень старается, снимает видео по Блэкстрайку, снимает их регулярно, поэтому, ребята, пожалуйста, перейдите, подпишитесь, сделайте парню приятное. У него вы найдете такие видео, как дуэли, реванши, реакции, как получить керамбит, разные баги. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш Кент АПК вам покажет очень интересное видео. Ребята, надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, потому что если лайков будет много, то тогда я обязательно сниму продолжение. А сегодня будет видео топ-5 мест в Блэкстрайк, которые вы можете найти в реальной жизни. Поэтому, ребята, поставьте лайк, а мы начинаем. Первое наше место — это респа красной команды. Если мы с респы красной команды будем направляться на Б, то мы, ребята, найдем вот это вот место. Я сразу буду вставлять два скриншота. Первый скриншот — это из самого Блэкстрайка, а второе фото — это уже из реальной жизни. Второе место — это база Б. Сделано тоже очень классно, очень круто. Ребята, все очень-очень похоже. Вот знаете что? Вот не хватает только ящика. Вот вам кружочком выделю. Вот в это место не хватает всего лишь ящика. Вот так просто один в один Блэкстрайк. Третье наше место — это когда мы, ребята, идем с базы красной команды в сторону синей команды через центр. Как по мне, сделано ну просто на 5 с плюсом, потому что есть и Тёмка, есть и Зига, в общем, есть все необходимое. Даже есть этот небольшой ящик возле дверей. Сделано очень-очень круто. Четвертое место — это Зига. Это мое самое нелюбимое место, потому что меня тут чаще всего убивают. А так сделано очень похоже, просто копия. Пятое место — это яма. Если вы хоть раз играли с АВП, то вы, скорее всего, были в этом месте. Это место, где, ну, чаще всего можно найти какого-то вапера. Сделано очень классно, но, ребята, тоже очень подлое место, потому что тут очень часто могут тебя убить. Ребята, ставьте лайк, если бы хотели тут поиграть в пейнтбол. Также, пожалуйста, поддержите меня лайком, если вы хотите продолжение подобной рубрики. Я еще найду для вас много скринов, только других уже карт. Поэтому, ребята, надеюсь на вашу поддержку. С вами был ваш Кент. Обязательно напишите ваш комментарий, что думаете по этому поводу. Если вы впервые на моем канале, ну, мало ли впервые, то обязательно подпишитесь. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.